Юпитер 9 декабря 2020 года. Ну, небо, если и лучше, чем вчера, то не намного. Все та же дымка застилает нам все полосы Юпитера. Так, сейчас это Харьков, 15:39 по Киеву. Ветер сегодня еще более суровый и задувает даже в эту строительную какую-то яму. Еще слишком светло, чтобы разглядеть Сатурн, но он точно рядышком. Ну что, даже полос я не вижу. Ну, в окуляр-то вижу, но такие весьма условные. Ты знаешь, где они должны находиться, и как расположены, и дорисовываешь себе. Ветерок нам трясет камеру. 670 миллионов километров сейчас до Юпитера. А где? Нет, пока не видать Сатурна. Ну, про Марс я уже не говорю. Сейчас попробую поменять настройки светочувствительности. Этот дубль будет просто как демонстрационный. Вы аккуратнее смотрите, чтобы сзади собаки вас не тронули. Да не, вроде не подходит. Лает, лает, но не... Спасибо. Так, насколько рано можно увидеть Сатурн с Юпитером? Так, 15:41. Да, Марса пока не видать. А нет, Марс видать. Ёлки-палки, выпал из поля зрения, только что я его уловил. Сейчас попробуем через облачка, через эту дымку к нему пробиться. Вот он, родненький наш. До него 105 миллионов километров, 104 вчера было. Штатив бросаю, уходит. Сто 25 крат увеличения, вот тебе. Ладно, с ними может чуть попозже. Пошли посмотрим, появился у нас Сатурн или нет. Да, и сегодня будет МКС в 17:01.
пролетать над нами. Может быть, дождемся. Мы уже на абсолютно темном небе. Сбежал я сегодня с работы, опять надеялся. Может, хоть чуть-чуть небо почище будет. Но, к сожалению, все та же дымка. Не вижу я пока. А, вижу. Вот он. Вот же он. Глухая тетеря и слепая тетеря. Это тогда будет про меня. Терас, куда ж ты пропал? Так хорошо тебе было видно. Так, вот у нас в правом нижнем углу Сатурн, ой, Юпитер, вот же Сатурн. А как только отпускаю головку наведения, он у меня куда-то исчезает. Опять в правом нижнем углу. Юпитер, ну вот прямо по центру экрана Сатурн. Как же мне тебя тут зафиксировать, а? Ну, очень мутное небо. Так, надо раздеваться, что-то мне жарко стало. Сейчас будем целиться. Ну вот это резкость все играюсь. Эффект практически нулевой. Против дымки не попрешь. 1 700 000 000 км до Сатурна. Ну, кольца видно. Думаю, даже на экране не в окуляр кольца будет отделенное видно от Сатурна. Чуть-чуть он накренен по ходу движения вниз. Спутникового, конечно, не видно Сатурна. Хотя в окуляр, по-моему, я вижу, но может это воображение дорисовывает. Так. Один угловой градус и 10 минут по-прежнему. Ну, чуть-чуть уменьшилось, конечно, но по сравнению со вчерашним днем незначительно. Расстояние между нашими планетами. Они сближаются и 21-го сойдутся совсем близко. Настройки светочувствительности сейчас занижены. На улице объективно еще светлее, чем на экране в реальности. Это что ж такое? Понятно, я регулирую в основном не головкой штатива направление, а двигая треногу, ногу штатива по миллиметру 2-3, тем самым перекашивая чуть-чуть треногу. Ну, совсем полос не видно. Сейчас попробую автоматические настройки. Может, что будет получше. Так, где ты делся? Ну, давай теперь резкость попробуем.
Не влево. Все четыре спутника должны быть видны.